Сегодня около полудня жители Верхесецкого района Екатеринбурга стали свидетелями полицейской операции по задержанию трех молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Зритель ТАУ из окна своего дома с помощью телефона снял эту операцию. По словам очевидца, началось все с того, что темный хэтчбек «Ситроен» выехал на улицу Татищева на участке с односторонним движением, что называется «против шерсти», чем и привлек к себе внимание пассажиров патрульного полицейского автомобиля. Возможно, этот инцидент закончился бы простым внушением, на худой конец вызовом экипажа ГИБДД, но один из пассажиров «Ситроена» в панике выбросил из окна какой-то сверток. Этот сверток находится под каской полицейского на асфальте. Заподозрив нарушителей в причастности к наркотикам, ППСники вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу отдела полиции номер 9, а всех трех находившихся в автомобиле молодых людей приковали наручниками к стальной ограде на безопасном друг от друга расстоянии. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу эту информацию подтвердили. Задержанные молодые люди действительно подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.